Я рада вітати вас в нашій студії. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами, друзі, будемо хвилюватись про здорове молоде покоління. Разом з нашими сьогоднішніми гостями. А гості у нас такові. Художній керівник Миколаївського академічного художнього руського драматичного театру Микола Кравченко і студентки Національного університету імені Василія Сухомлинського Оксана Єфімовська і Діана Алікперова. Друзья мои, здравствуйте. Николай Антонович, очень рады видеть вас в нашей студии в сопровождении таких прекрасных девушек. Вы не зря их сегодня привели. И хотелось бы телезрителям сказать, что недавно в нашем русском театре вышла постановка. Рассказывайте, Николай Антонович, что я буду перетягивать одеяло на себя, правильно? Действительно, вы каждый день разговариваете в камеру, а я не каждый день, так что пожалуйста. Дайте мне возможность, пожалуйста. Будьте добры. Да, действительно, недавно у нас состоялась премьера спектакля по пьесе Василия Сигарева «Семья Вурдалака». Спектакль, который носит такой остросоциальный характер, и в какое-то время все-таки театру, театрам и работе, и поэтам, композиторам надо отходить от работы по тому, чтобы развлекать зрителя, хотя, в общем-то, не отбирает никто у нас такую функцию развлекать, и переходить на темы, затевать разговор со зрительным залом на те глубокие, очень болезненные проблемы, которые существуют в нашем обществе. Я думаю, что у нас, кроме политики, это самая болезненная тема у нас, но о ней уже и говорить нет смысла, а одна из тоже самых таких угрожающих проблем – это наркомания. И мы поставили этот спектакль, в котором речь идет о семье, пока у нас семья, в которой сын наркозависимый человек, и, в общем-то, показаны взаимоотношения, показана трагедия людей, которые сталкиваются с этим очень серьезным недугом в нашем обществе. Николай Анатольевич, мы знаем, что этот ваш спектакль вызвал совершенно неоднозначную реакцию в обществе. Почему, собственно, мы и посвятили сегодня наш эфир, чтобы уже обозначить приоритеты все-таки? Ну, я думаю, что вряд ли мы сейчас обозначим приоритеты и скажем, что это вот однозначно хорошо или правильно, или нехорошо или неправильно. Я думаю, что все-таки вот мы пришли в таком составе для того, чтобы послушать мнение тех людей, которые видели. Хотя я вам скажу, что если любое произведение, будь то песня, стихотворение, поэма, спектакль, фильм, если он вызывает однозначную реакцию, то там что-то, ну вот, что-то не то, да, к этому надо относиться с опаской. А вот такое разночтение говорит о том, что мы не напрасно работали, и мы задели струны разных людей, потому что люди совершенно разные и совершенно по-разному относятся к этой проблеме, совершенно по-разному ее чувствуют и по-разному болит у людей. Потому что кто-то думает, да ладно, это, в общем-то, его нет ничего, я закрою глаза, и его не существует. А кто-то болезненно воспринимает, потому что понимает, к чему это приводит, то есть человек, который может болеть болью другого человека. И я считаю, что это нормально, в этом нет проблемы, и тем более, что это дает нам возможность об этом говорить, полемизировать, выражать свое мнение, не давая, конечно, оценки, а давая возможность, приглашая в театр людям самим сделать эту оценку. Поэтому пришел со студентками, с девочками, которые вчера посмотрели этот спектакль, у них еще как бы свежее восприятие, и я хотел бы, чтобы
они поделились своим мнением. Оксана, Диана, пожалуйста, девочки, я уже как бы беру на себя роль ведущего. Да, вот, соведущего. Ничего, ничего, не контузия. Да, спасибо большое. И хотелось бы услышать ваше мнение, ваши ощущения, ваши эмоции, которые вызвал этот спектакль. И в особенности, что это такое? Это нужно сегодня или в этом нет необходимости? Мы проживем без таких спектаклей, без такого влияния искусства на наше общество. Оксаночка, давайте с вас начнем, да? Так, добре. Перш за все, хотілося б дуже подякувати художньому керівнику і акторам за постановку цієї вистави, так як вона і справді порушує дуже важливу і злободенну проблему сучасного нашого світу, а саме прогресуючу проблему наркоманії, яка в основному поширюється серед молоді. Вистава була дуже напруженою, психологічно важкою, особисто для мене. І, думаю, кожна доросла людина, яка сиділа вчора у залі театру, вона пропустила через себе ось цю виставу, і вона не залишила нікого байдужим. І так, як вже було сказано, викликала дуже багато різних думок. І, як кажуть, якщо якийсь твір викликає і позитивну, і негативну реакцію, значить про нього варто говорити. І тому я вважаю, що ось цю виставу слід популяризувати серед молоді, серед дітей шкільного, підліткового віку. Навіть підліткового? Підліткового, так. Вчора була така дискусія щодо питання, з якого віку слід показувати дітям цю виставу, і чи треба її дивитися разом із батьками, чи разом з вчителями. Особисто я вважаю, що цю виставу треба показувати дітям, десь починаючи із років 13. Дехто вчора вважав, що це дуже ранній вік, так як дитина ще недостатньо сформована психологічно, це може якось зламати її психіку, якусь нанести травму психологічно. Але так як наше суспільство вже технічно прогресує, змінюються погляди підлітків, дітей, і вони в свої 13 років розуміють життя, іноді життя краще, аніж там дитина років 13, років 10 тому. Тому я вважаю, що вони зрозуміли б цю проблему, яка порушена у виставі. І щодо того, чи варто з батьками дивитися, чи вчителями. Я вважаю, що і батьки, і вчителі мають проводити ось таку роботу з дітьми щодо пропаганди здорового способу життя. Вони мають пояснювати дітям, що наркоманія – це залежність, коли людина стає рабом наркотику за своєю волею, що вона втрачає тоді себе, свою індивідуальність, що вона не зможе себе реалізувати якось в суспільстві. Тому завданням батьків і вчителів, особливо нас, як майбутніх вчителів, полягає в тому, щоб сформувати в дитини її уявлення про те, яким могло бути її життя, коли вона вела здоровий спосіб життя і коли вживала наркотики. І перш за все ми повинні сформувати сильну духовну і моральну особистість, яка зможе протистояти ось цим впливам, поганим впливом, негативним впливом суспільства, і змогла б сказати ні наркотикам, я буду боротися проти цього, я не буду такими, як інші, я не буду ганятися за модою, так як ми знаємо, що однією з причин, чому підлітки починають вживати наркотики, є мода на це, вони хочуть бути крутими, старшими, це неправильно, ми повинні довести дитині те, що вона індивідуальність, вона не повинна іти за кимось, наслідувати когось, і тим більше із таким негативним впливом на своє здоров'я та життя. Ми повинні довести дітям те, що наркотики руйнують особистість. І я вважаю, що саме завдяки виставам подібного плану, а саме завдяки виставі «Сім'я Вурдалака», ми досягнемо цієї мети. Тому я рекомендую показувати її дітям, починаючи років з 13, і вчителям та батькам проводити профілактичну роботу, пропагувати здоровий спосіб життя і сказати все-таки ні наркотикам. Тобто, якщо б ви сьогодні були б вже вчителем, у вас би не було б сумніву і ви би повели своїх дітей, наприклад, дітей середнього віку, до театру на цю виставу, так? Так, але Оксана, після перегляду цієї вистави, я думаю, що з дітьми треба було б провести виховну бесіду, бо не кожен може зрозуміти її правильно. Діти
хиткі ще дещо у своїх переконаннях, і вони переглянуть цю виставу. Вчора звучав такий коментар, що в цій виставі обов'язково повинен бути якийсь світлий образ, тому що все-таки негативне, і що ось цей негатив може пагубно вплинути на формування особистості майбутньої. А я вважаю, що, ну так, справді, світлий образ має бути, тому що всі ми прагнули чогось кращого. Але якщо дитині показати ось такий контраст між її життям і життям наркомана, то це якось, це матиме ефективніший якийсь вплив на її свідомість. Тому я вважаю, так, можна було б повести дітей на цю виставу, але обов'язково після цього треба провести якусь бесіду з ними, щоб кожен з них висловив своє враження, своє розуміння цієї проблеми, своє ставлення до неї. І, можливо, запропонували б вони якісь виходи, як можна було вийти з цієї ситуації, як вирішити цю проблему. Діаночка, будь ласка, ваші враження від цього спектаклю? Доброго дня. Вчора я відвідала цю виставу «Сім'я Вурдалака» вже у другий раз. Буквально дві неділі назад я також була на цій виставі, і я не залишилась байдужою. Було море вражень, і вчора я вирішила ще раз піти, тому що було цікаво також послухати думку глядачів після того, як закінчилась вистава. Багато було коментарів, така продуктивна дискусія, кожен висловлював свої враження. Також і саме я також не залишилась байдужою. Я вважаю, що потрібно впроваджувати такі вистави, саме і щоб закликати до молоді, тому що вони будуть відвідувати такі заходи і зрозуміють, якими можуть бути жахливими наслідки саме наркоманії, щоб і зрозуміли, яке наше життя цінне, і що є багато чого цікавого, що можна і подорожувати, дізнаватись багато чого, а не ставати на шлях, пагубний шлях, і не губити своє здоров'я, тому що здоров'я – це найцінніше, що може бути у нас. Так, тому я рекомендую своїм одноліткам, а також і молоді, і відвідувати такі заходи, побільше впроваджувати. Дякую також акторам, які зуміли правдиво так і зіграти і донести до глядачів, якими можуть бути наслідки. Я впевнена, що ніхто не залишився байдужим. Ви двічі дивились цей спектакль і, напевно, з різними враженнями, так? Так. Перше ваше враження яке було? Перше враження після того, як я закінчилась вистава, у мене на очах були сльози і трусились руки, тому що дуже сильно вразили, і навіть інколи змогла відчути біль саме матері, як мені стало шкода, і шкода батьків, а також і сина їх. Але ну, зрозуміло, що він вже йому важко буде вийти з цього шляху, і тому. А другого разу, коли ви дивились цю виставу, що нового ви побачили? Також враження також хвилююче було і. Тобто, як перший, так і другий рази вас не залишив цей спектакль байдужою? Так. Я бажаю частіше відвідувати ось такі заходи, тому що це корисно для молоді і не тільки. І молодь повинна замислюватись. Николай Антонович, а ви знаєте, що у мене, от слушаю дівчинок, що яка у мене мисль возникла, вдруг ударила мені мисль в голову. Вірніше, навіть не мисль, а вопрос к вам. Вокруг вот этой проблемы, связанной с наркоманией, особенно среди молодежи, всегда ведется очень много дискуссий. Существует много разных реабилитационных центров, снимаются программы. Но это не вызывает вот такого взрыва эмоций, как вызвал ваш спектакль в нашем обществе. Почему? Ну, я вам скажу почему. Потому что влияние актера на зрителя
непосредственное, эмоциональное, живое влияние, оно гораздо сильнее, нежели просмотр ролика или прослушивание какой-то пьесы. То есть игровое начало в жизни любого человека, то есть жизнь сама по себе – это игра. И зритель подключается, он начинает жить жизнью героем, он сопереживает, да. И поэтому такая живая, такая непосредственная реакция. Я вам скажу, что вот как-то разделилось даже по возрастному цензу, разделились мнения. Молодежь воспринимала более живо, живо реагировали, и они хотят участвовать в этом процессе. То есть на что и было с надеждой на что, вернее, поставлен этот спектакль, чтобы привлечь или не привлечь, а чтобы получить себе в единомышленники тех людей, которые в принципе знают это, думают так, как думает театр, но наверное, никто не пригласил их к разговору, к полемике на эту тему. И вот у меня, по большому счету, есть такое желание, чтобы у молодежи, я призывал, вчера говорил и раньше на наших обсуждениях, хотелось бы, чтобы была создана какая-то группа молодежная, которая бы работала постоянно, ведь очень много, у нас сейчас очень много общественных движений, вот и есть группа общественников, которые знают, вот они толк в ЖКХ, в театре, в милиции, в ГАИ, во всем, группа, да, профессионалы, 20 человек профессионалов общественных, uh-huh. которые все знают и все uh-huh. понимают. Вот. Хотелось бы, чтобы была некая группа молодежи в нас, в Николаеве, которая бы, ну, в меру, в силу своих возможностей напоминала людям. И правильно, вот Оксана говорила, что вопрос, модно или не модно, чувство стадности, а попробуешь ты наркотик или слабо? Вот это всегда действует на человека. Слабо тебе? Ты вообще смелый человек? Можешь попробовать только? Я смелый, я могу. Вот это губит. А кто может там, пацан 12-летний, 13-летний, он может сказать, да нет, я не смелый, я боюсь этого. А на самом деле этого надо бояться. Этого надо бояться каждый день, каждую минуту. То есть учить детей не бояться бояться. Не бояться бояться тех пагубных последствий, которые могут возникнуть. И хотелось бы, чтобы, понимаете, наверное, какие-то структуры, которые занимаются по своим должностным обязанностям этой проблемой, наверное, они правильно занимаются, но, может быть, в какой-то степени формально. То есть без тех эмоций, которые может вызвать театр. И хотелось бы, чтобы мы протянули друг другу руки и сказали, давайте вместе это делать. И я говорил на обсуждении о том, что гораздо проще, гораздо легче театру поставить какое-то мыло, вот что-то вот такое вот показать очень легкое, смешное, пошлое, что востребовано в обществе, очень много людей приходят в театр и смеются именно над какими-то не слишком доброкачественными шутками, это веселит. Вот недавно был у нас какой-то театр, вообще жуть, что происходило на сцене, но в аренду, и зал взрывался от смеха, юмор ниже пояса, гораздо ниже, но это все нравится. Но выходили люди ошарашенные. И говорили, смеялись, выходили, говорили, слава Богу, что у вас в репертуаре нет таких спектаклей. То есть смеяться мы будем, да, но чтобы это не было нашим. Мы вот щелочку посмотрим, посмеемся над этой глупостью, но мы не хотим, чтобы это было частью нашей жизни, частью нашего сообщества. Поэтому вот гораздо легче можно было бы пойти по такому пути, и он с точки зрения коммерции, он гораздо продуктивнее, легче продать это. С этим надо работать,
с вашей помощью, с помощью студентов, с помощью людей небезразличных, нужно проводить системную работу. Хотя бы в течение одного, двух, трех лет, ну, настолько это будет востребовано. И поэтому я хочу просить вас, хочу просить зрителей, которые сейчас сидят перед экраном, поддержки. Кто-то нуждается в консультации с психологом. Очень много людей боятся признаться в том, что есть у них такая проблема. Ну да, это не самое радостное. Это не самое радостное. И, к сожалению, люди, заботясь о своем реноме, о том, что о них скажут соседи, родственники. Что скажут люди, если я расскажу, что у меня такая проблема. Я сегодня промолчу, завтра промолчу, послезавтра. А вдруг она рассосется? Не рассасывается. Не рассасывается, к сожалению. И Оксана сказала, что как выйти из этой ситуации человеку, который попал. Скорее всего, мы хотим говорить с теми людьми, которые не попали, и предостеречь, уберечь, сказать, что не надо туда идти, там нет ничего хорошего, потому что человек, который уже попал, вот я вчера спрашивал относительно статистики, какой процент выходит из наркозависимости? 3%. То есть из 100 человек только 3 могут найти в себе силы, чтобы избавиться от этого недуга. И у этих 3% все равно сохраняется риск снова вернуться. Сохраняется риск, и вот и как раз вот хочется опять-таки, вот я у всех прошу поддержки, особенно у молодых людей, хочется об этом говорить с людьми, которые находятся в зоне риска, дабы уберечь. И если мы общими усилиями, я понимаю, что мы не решим кардинально вопрос и не сделаем так, что в Николаеве не будет ни одного человека, который имеет пристрастие к этому. Но если 2, 3, 5, 6 человек в течение года мы сможем уберечь от этого, думаю, что это будет большая работа. Мы ведь о чем говорим? Мы строим какое-то общество, да? Мы строим государство. Что в государстве нужно? В государстве нужны здоровые, трезвые люди, которые могли бы о нем заботиться, строить его, брать на себя ответственность. Какую ответственность человек может взять за государство, за общество, если он сам за себя не отвечает? Тут вот это вот, как бы, может быть, немножко, я говорю, какие-то глобальные вещи, но без них никак не обойдешься. Ну так и жизнь каждого человека – это глобальный мир. Николай Антонович, а не слишком ли все-таки сгущены краски в спектакле? Это сознательно или это действительно вот такова жизнь? Вы знаете, я вам как нормальный житель города Николаева отвечу вопросом на вопрос. А не сгущены ли краски в пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта»? Можно же было сделать, что, оказывается, они умирают, а потом их кто-то там приносит противоядие и вытаскивает кинжал из груди, и все нормально, они оживают. В конце замечательная свадьба Монтекки, Капулетти, помирились и все. Но почему-то Шекспир так не решил, и в течение 400 лет во всем мире смотрят, радуются, рыдают, плачут и учатся на этой пьесе, на этой теме, на этой легенде. Ну вот как-то так вот, я не знаю, что важнее, что нужнее человеку. А вот мы показали спектакль и сказали, что вот в конце все у нас хорошо, все замечательно, вот. И человек, который теоретически может с этим столкнуться, думает, ну, вы знаете, вот я смотрел спектакль, закончилось там, все замечательно, так что мне можно попробовать, и мне ничего не грозит, потому что там есть хэппи-энд. Нет там хэппи-энда, нет. Ну вот нет его. Вы знаете, человеческая душа, она интуитивно тянется к светлому. И, конечно, всегда хочется, чтобы спектакль или фильм или книга заканчивались хорошо. Ваш спектакль хорошо не заканчивается, нет, потому что ваш спектакль – это сама жизнь. Да, да.
Жизнь без прикрас? Наверное, жизнь... Вы знаете, может быть, жизни. Это, скорее всего, что это предостережение. Предостережение. Вы знаете, вчера сидела женщина, ну, конечно, это потрясающе, и много ли найдется таких мам, которые приведут своих детей? Мальчик в третьем классе. Он сидел с Ильей Моисеевичем, человеком, убеленный сединами, психолог, доктор наук, и сидел этот мальчик третьего класса, они беседовали на эту тему после спектакля, они нашли общий язык. Общий язык, какой и мы стараемся найти с нашим обществом. Николай Антонович, все времени нет, но одно слово телезрителям, только одно. Изреките. Дорогие наши зрители, мы идем к вам, мы идем к вам, к нашему обществу, с теми проблемами, которые волнуют наш коллектив, коллектив театра, как граждан города Николаева, как граждан Украины. Придите к нам навстречу, помогите нам преодолеть вот эти вот проблемы в нашем обществе, может быть, не совсем, может быть, все-таки поднять на высокий уровень эту тему, тему этого разговора, может быть, мы вместе кому-то поможем. Дай Давайте Бог. Работать вместе. Давайте работать вместе. Девочки, спасибо вам большое. Николай Антонович, спасибо. Все времени у нас, к сожалению, в эфире уже нет, друзья мои. Но главное, чтобы что? Чтобы наше общество не превратилось в семью вурдалака. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.